Да, конечно. Втюрилась в тебя? Серьезно? В мечтах твоих? Ой. Хай. Что я хотела тут сделать, знаете? Чай себе налить. Черт. Ну да, я простыла чутка, хотя уже выписалась с больничного, а что мне дома-то делать? Уже надоело дома сидеть. В смысле, часы неправильно ходить. У кого часы неправильно ходят? У меня все правильно. Блин, я перевела через переводчик, что мне пишут, ничего не поняла. На стене. Ну, сейчас вроде как 10:47. Это сколько должно быть? Здорово, здорово. Ну да, есть такое. Все равно, хотя я выписалась уже, завтра я иду на работу, но, блин, я все равно, блин, чихаю. Я все равно еще болею. Просто мне дома делать нечего. Это раз, я уже заколебалась сидеть дома. Вот, а во-вторых, у меня 17 числа начинается отпуск. Это получается, бля, у меня вообще рабочих дней не будет. За этот месяц, то есть в начале месяца больничный, потом 17 числа у меня отпуск, и, блядь, вообще пиздец. У меня потом зарплата выйдет вообще никакая.
Ну да. Ладно, доширака хреново. Не, поэтому я выписываюсь. У меня сегодняшний день еще есть подлечиться. Ну, так у меня же есть кошмарные вот эти капли. Мне их сейчас закапать? У меня нет меда. Нет, капли помогут. Тем более они от синусита, они вроде как должны помочь. Не, Горбача, привет. Привет, привет. Да вроде ничего. Вчера вроде бы это самое. У меня прошла простуда, у меня не было насморка. Опять я замерзла. Да, я опять вчера замерзла, потому что опять у меня сопли. Вроде отопление включили, но в хате холодно. Но мне вроде говорят, что у меня нет никакого коронавируса. Ой, thank you, Харидон. Спасибо. Я отвечаю, я просто не всегда понимаю, что именно мне пишут.